Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы вновь рады приветствовать вас на информационном канале InstaForex TV. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. Динамика нефтяных котировок практически не изменилась со вчерашнего дня. Правда, теперь на рынке превалирует более позитивный настрой инвесторов. В первую очередь стоит обратить внимание на сланцевый эталон, который постепенно приближается к максимуму 13 дней. Котировка сырья WTI пребывает вблизи отметки $67 за баррель. Эксперты отмечают, что здесь оказали влияние официальные данные от Управления энергетической информацией, которые зафиксировали сокращение запасов нефти за неделю на 4 143 тысячи баррелей. Запасы бензина также упали более чем на 2 миллиона баррелей. Результаты превзошли ожидания участников рынка, что и оказало максимальную поддержку котировкам черного золота. Тем временем под позитивную волну попал и североморский эталон. Цена на нефть марки Brent расположилась чуть ниже $77 за баррель. Инвесторов успокоили также поступившие новости о том, что министр энергетики Саудовской Аравии призвал участников пакта ОПЕК+ к обдуманным решениям в угоду нефтяному рынку на встрече представителей нефтяного картеля и не только в Вене. Большинство инвесторов постепенно успокаиваются, ожидая, что даже если страны-экспортеры черного золота примут решение возвратиться к прежнему уровню добычи сырья, то сам переход будет постепенным. Что касается сырьевых валют, то стоит отметить, что рубль смог воспользоваться шансом слабого американского доллара. Котировка пары доллар США-рубль прибывает вблизи отметки 62.20. Правда, валютные стратегии призывают инвесторов не торопиться с выбором покупки, поскольку американский доллар в скором времени может вновь обрести силы и продемонстрировать стремительный подъем по всему спектру рынка. Это все на сегодня. Спасибо, что остаетесь с нами на канале InstaForex TV. До скорой встречи!